Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Кит Финансы, я Елена Беляева и наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Так, давайте смотрим, что у нас сегодня происходит на рынке. В общем-то, вчерашняя печаль оказалась короче, чем могла бы быть. То есть сегодня на самом деле с утра были плохие новости по рынку, были плохие новости со стороны Китая. И, в общем-то, все были шансы продолжить коррекцию, но корпоративные новости хорошие развернули ситуацию и, собственно, вывели рынок в плюс. То есть сегодня рынок МВБ поднялся к уровню 1510. И здесь какая ситуация сейчас, чтобы все это понимать сейчас. Вот если мы посмотрим краткосрочно вот эту вот ситуацию на осцилляторе, то у нас мы видим, что здесь на осцилляторе был пробой трендовой линии, то есть то, что было вчера. И, в общем-то, был шанс ухода в коррекцию, более глубокую коррекцию, и этот шанс пока остается. И вот сейчас индекс МВБ находится у очень важного рубежа, уровень 1510. То есть технически пробой уровня 1510 наверх, это будет означать сигнал buy по рынку. То есть в этом случае, в общем-то, не будет никаких других соображений, будет ожидание продолжения роста к уровням 1540-1550. То есть в этом случае уже увеличатся шансы того, что будет вот это предолимпийское или олимпийское ралли, как там оно ожидается. И, в общем-то, все будет развиваться в этом направлении. Есть еще, все равно остается возможность ухода вниз от уровня 1510, то есть как коррекционное движение, и тогда, возможно, только после этой коррекции будет продолжение роста. Пока вот есть, ну, так скажем, такая неопределенность. Сейчас уровень 1510, он, по сути дела, решающий. То есть, если этот уровень будет взят, мы настраиваемся на заполнение портфелей длинными позициями. Если будет разворот от этого уровня, будем все-таки ожидать продолжения роста, но будем искать точки входа на более низких уровнях. Вот так вот. Такой взгляд на текущую ситуацию. И сегодня мы немножко отступим от общей схемы, когда мы просто перебираем акции всей толпой и по порядку смотрим, что где происходит. Сегодня мы немножко отступим от этой схемы и поговорим о секторах. Просто сейчас происходящее на рынке, оно имеет именно такую секторную направленность. И сейчас для того, чтобы выбрать правильные акции на рынке, нужно понимать, что происходит сейчас в секторах. То есть многое происходящее сейчас на рынке завязано на ситуацию с рублем. То есть давайте мы с этой ситуации сегодня начнем, потому что вот эта вот ситуация на самом деле рулит сейчас рынком и определяет движение. То есть рубль достаточно сильно ослабел с начала года. То есть он дошел на споте до уровня 34,1 рубля за доллар. И, в общем-то, есть общие ожидания того, что это ослабление будет происходить и дальше, то есть ждут 35 рублей за доллар и, может, даже больше. И вот в этой ситуации, когда рубль сильно ослабевает и есть еще ожидания продолжения вот этой ситуации, вот здесь возникают, так скажем, перераспределение интересов на рынке. То есть сейчас среди акций наблюдается лучшая динамика
тех компаний, которые получают от этого выгоду, то есть компании экспортеров. И хуже смотрятся бумаги тех компаний, которые ориентированы на внутренний рынок. То есть вот это в первую очередь выражается в выходе денег из потребительского сектора и уход денег в сектора, ориентированные на экспорт. Это нефтегазовый сектор, это химический сектор и металлургический сектор. Вот. Как можно это понять и где можно эту ситуацию посмотреть? Прежде всего, всегда смотрим по секторным индексам, и лучше все-таки смотреть не такую вот краткосрочную ситуацию, которую мы обычно смотрим, а все-таки смотреть на графики недельные. И вот если мы с вами глянем на недельный график, ну, скажем, недельный график индекса нефтегаз. Вот на недельном графике вы видите такую сильную недельную свечку. То есть в данном случае это заявка, достаточно сильная заявка на продолжение развития вот этой ситуации. То есть нефтегазовый сектор собирается расти и дальше, ну, по крайней мере, следующую неделю и, возможно, еще более дальше. Поэтому сейчас вот одним из приоритетных секторов, где нужно искать возможность входа в длинные позиции, в первую очередь, это бумаги нефтегазового сектора. То есть здесь плюсик, то есть вот этот сектор берем на заметку, и в этом секторе будем искать варианты для входа в длинные позиции. Дальше, второй момент. Давайте глянем на химический сектор, на индекс. Здесь немножко уже ситуация большее время развивается. Здесь уже выход вот был из такого, из коррекции, выход был. И вот последние две недели идет буквально ралли в этом секторе. Основные бумаги в этом секторе — это Уралкалий. Мы там уже наблюдали рост. Фосагро можете посмотреть. И мы посмотрим, что происходит в этой бумаге в последнее время. Акрон тоже из этого сектора. Это те компании, которые производят минеральные удобрения и, собственно, экспортируют их за рубеж, продают, получают выручку тоже в валюте. И еще давайте глянем на сектор металлургии тоже. Вот последняя недельная свечка на этом графике, она, по сути дела, тоже руководство к действию. То есть, по сути дела, мы достаточно долго плохо относились к металлургическому сектору. Почему? Потому что здесь вот шла такая вот консолидация ни о чем, и, собственно, здесь никакого движения не происходило. И вот на этой неделе мы видим изменение ситуации. То есть в этом секторе появилась сила. И свечка образовала максимум за последний, даже с сентября месяца, даже еще больше с июля месяца где-то максимум. И, собственно, это хороший сигнал на продолжение движения в этом секторе. То есть то, что ожидается, и то, что ожидают инвесторы, вкладывающие в акции, что компании металлургического сектора будут также успешно реализовывать свою продукцию, получать выручку, и уже сейчас закладываются здесь интересы. Поэтому вот три сектора, которые мы сейчас перечислили, это лучшие варианты в данный момент на российском рынке. Ну и для контраста можно посмотреть на потребительский сектор. Вот то, что сейчас много внимания привлекает ситуация на Магните, но можете посмотреть еще ситуация Dixi, MVideo и другие ритейлеры. У них та же самая ситуация. Деньги из этого сектора изымаются, то есть инвесторы закрывают позиции по компаниям потребительского сектора и выводят эти деньги в другие сектора. То есть то, что мы наблюдаем сейчас
на магните – это именно вот эта ситуация. То есть это вывод денег из сектора. И вряд ли вот эта ситуация получит обратный ход в ближайшее время. Поэтому все-таки, скорее всего, в этом секторе назрела коррекция, она будет продолжаться какое-то время, и поэтому быстрого возврата вот этих бумаг потребительского сектора на прежние уровни, скорее всего, не произойдет. Вот. То же самое, в общем-то, касается и телекомов. То есть мы про телекомы тоже говорили о том, что бумаги привлекательны с точки зрения дивидендных выплат, но пока вот ситуация с рублем не стабилизировалась, то уже инвесторы туда не спешат заходить, потому что, в общем-то, тоже телекомы, они ориентированы на внутренний рынок. Вот, вот такая вот сейчас логика, и именно исходя из этой логики нужно уже относиться к происходящему. Так, ну давайте вернемся теперь к краткосрочной ситуации. Мы поняли глобальное настроение, и теперь будем пытаться разобраться с текущей ситуацией. Еще забыла сказать про финансовый рынок. Тоже финансовый рынок, он ориентирован на внутренний спрос, и, соответственно, тоже пока в текущей ситуации большой привлекательности не представляет. Поэтому пока ВТБ, Сбербанк, это пока, скорее всего, не лучший выбор. Ну, давайте будем смотреть по графикам, тогда уже будем лучше понимать, что тут происходит. Итак, ВТБ. Здесь, ну, ситуация следующая. Пока мы констатировали выход из восходящего канала, переход в такую боковую стадию, по сути дела, стадию консолидации. И вот пока в этом состоянии бумага находится, то есть уровень 4,75 копейки удержала поддержка, уже хорошо, но пока восстановление роста здесь пока не видно. Поэтому я бы в данный момент сказала без позиций. То есть будут здесь какие-то сигналы разворотные, можно поменять свое отношение. Пока вот в данный момент я никакой привлекательности этой бумаги не вижу. А ГМК Норникель, с ним все хорошо. То есть здесь, да, мы наблюдаем такую локальную коррекцию, но пока все это в рамках тренда, то есть тренд восходящий на ГМК мы наблюдаем, движение в восходящем канале, пока ну, вот нет поводов беспокоиться, пока цена выше уровня 5450, по крайней мере, есть шансы продолжения движения, и, соответственно, текущее снижение рассматриваем просто как коррекцию. Поэтому если есть позиции, открытые ранее, в них находимся, новые позиции пока не открываем. «Газпром». То есть вчера две новости были, плохая и хорошая. То есть плохая – это то, что не договорились с Китаем, не заключили контракт, которого все ждали, перенесли его на май месяц, но, однако же, вышли хорошая отчетность. То есть сначала среагировали на плохие данные, потом уже на хорошие, и вот пока стабилизировалась цена на текущем уровне. То есть здесь уже основное движение произошло. То есть сейчас к новым позициям пока нет повода присоединяться. Старые позиции, если они есть, можно удерживать, поджать стопы и, соответственно, посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. В принципе, вполне возможно, что при сохранении позитива на рынке есть еще шанс движения. И следующая цель у «Газпрома» есть после того, как он пробьет уровень 150, следующая цель будет уже 158. Поэтому пока под сопротивлением находятся цены, новые позиции открывать не стоит. Дальше. Интеррао. После коррекции, после того, как тут произошла снова после этой коррекции консолидация, следующее движение сегодня мы наблюдаем около почти 5% рост по Интеррао. Ну, в общем-то, мы
тоже здесь были согласны ждать и надеялись на то, что это движение произойдет. И, в общем-то, пока здесь есть потенциал движения вверх, цель 1,25, 1,3 копейки, вот этот район. Поэтому запас еще есть. Считаем, что есть смысл здесь пока находиться в длинных позициях. Дальше. Лукойл. Мне кажется, что можно пробовать здесь в эту ситуацию вписаться. То есть технически, по сути дела, вот здесь пробоя еще трендовой линии не было. То есть нисходящая линия тренда пока не пробита, и, в общем-то, после пробоя этой линии будет вход в длинные позиции по Лукойлу по технике. То есть для осторожных можно подождать этого момента, да, и, соответственно, заходить уже после пробоя. Ну, в общем, мне кажется, что вполне можно пробовать и сейчас. То есть с небольшим стопом, со стопом ниже, где-то в районе 1985, то есть вот ниже вот этого образованного минимума, попробовать можно. То есть если будет развиваться ситуация, то, соответственно, в этой ситуации продолжать участвовать. Либо можно стоп ставить ниже вот этой линии, так скажем, краткосрочной линии тренда SOHI. Вот, то есть здесь, мне кажется, можно пробовать участвовать в этой ситуации. Почему так? Потому что есть привлекательность в секторе, бумага, в общем-то, на достаточно приемлемых уровнях, бумага все-таки голубая фишка, и, в общем-то, вполне возможно, вот эта вот привлекательность сектора вытащит эту бумагу на более высокие уровни. Поэтому мне кажется, что Лукойл вполне подходит для таких экспериментов. Ну, вам, конечно, решать, как на самом деле поступать. Риск есть. Дальше. МТС пока зависает над поддержкой 305. Поддержка не пробита, но пока толчка от уровня 305 нет. Поэтому лучше пока здесь подождать. Опять-таки вспоминаем наши вот рассуждения относительно секторов. Пока в этом секторе такая активность, она не увеличивается. Дальше. Хорош сегодня Новатек, но здесь уже близко уровень сопротивления 420, поэтому если позиции есть, их, соответственно, держим. Если позиции нет, будем уже ждать пробоя уровня 420. Дальше. НЛМК. Здесь, ну, по сути дела, здесь целью движения, ближайшая цель, это сопротивление 57,5. Пока на большее, в общем-то, здесь рассчитывать пока не приходится. То есть здесь пока вот не выйдет из этой довольно-таки долгосрочной консолидации, какого-то ускорения импульса, скорее всего, не будет. Дальше. Роснефть пока выглядит неуверенно. То есть уровень 151 рубль, уровень максимума прошлого года, пока не дает двигаться выше. Попытки, они вот каждый день есть, но пока не очень успешные. Поэтому, в общем-то, наблюдаем за происходящим. Если позиции есть, тоже держим. Если позиции нет, ждем, что будет происходить с уровнем сопротивления. Россети тоже продолжение сегодня. Пошло движение вверх. Вчера был откат к пробитому уровню 7,79 копеек. И от него опять пошло следующее движение. То есть здесь тоже позиции длинные сохраняем. Ждем продолжения движения. Дальше. Сбербанк пока
выясняет отношения с уровнем 102,5. В общем-то, при пробое этого уровня следующей целью будет уровень 106. Поэтому здесь, в принципе, вполне возможно будут варианты для входа, хотя вот дивергенция, да, вот она на осцилляторе есть, пробой трендовой линии тоже на осцилляторе есть, поэтому вполне возможно будет от этого уровня откат вниз. Поэтому здесь сейчас спешить заходить в позиции, мне кажется, не стоит. Те позиции, которые были открыты ранее, на более низких уровнях, можно их продолжать удерживать, но стопы поставить следует. Дальше. Северсталь неплохо сегодня себя проявила, вышла отчетность, и, в общем-то, мы видим, что рынок на эту отчетность реагирует позитивно. Порядка 1,5% сегодня было движение по Северстали. И вот Северсталь тоже остается одной из лучших бумаг в секторе в металлургическом, то есть если открывать позиции, то это первый кандидат на открытие позиции в этом секторе. И здесь, в общем-то, есть вот этот восходящий тренд, и вот если будет продолжение движения, а это значит, будет пробой текущего уровня сопротивления на уровне 312, по сути дела, можно ожидать продолжения роста. И это в этом случае уже будет ожидание достаточно сильного движения. В общем-то, здесь цель район 350 рублей. Поэтому вот в этой бумаге продолжение роста это вполне ожидаемое такое событие. Риски, как всегда, есть, все может поменяться на нашем рынке, но вот эта бумага в секторе выглядит более-менее уверенно. Так, дальше. Сегодня был сигнал, чисто технический сигнал на вход в длинные позиции по Сургуту по обычке, то есть здесь выход из вот этой консолидации, из треугольничка, который образовался. Цель этого движения район где-то 29,5-30 рублей, то есть к предыдущему сопротивлению можно ожидать продолжения движения. Дальше там уже по ситуации, как будет складываться эта ситуация, поэтому вот к этому движению присоединиться еще не поздно. То же самое вчера мы рассматривали Татнефть. Татнефть здесь есть вот этот восходящий тренд долгосрочный с 2009 года. И пока внутри этого тренда происходит снижение, вот находится в нисходящем канале, собственно, находится здесь вот цены, но также исходя из отношения к ситуации в секторе, тоже можно рассматривать эту бумагу. То есть сегодня был пробой уровня сопротивления в районе 202 рублей. То есть сейчас, может быть, будет коррекционное снижение к этому уровню или чуть ниже. Тоже можно рассматривать варианты для входа в длинные позиции со стопом где-то ниже вот уровня поддержки. Такой вариант тоже можно рассматривать. Дальше. Уралкалий тут пока, в общем-то, непонятно, что происходит. Здесь уровень
181-182 уровень поддержки. Если будет он пробиваться, будет более глубокая коррекция. Если поддержка выдержит, то от нее может пойти следующее движение. Тогда уже можно будет в этом движении участвовать. То есть сейчас, в текущий момент, лучше побыть без позиции. Или если позиции открывались на низких уровнях, соответственно, стоп ниже 181 рубля, можно пока позиции удерживать. Так, вот Фосагра упоминала сегодня. Вот такая здесь ситуация развивается. То есть, по сути дела, за неделю движение было с где-то 930-940 рублей до 1100. То есть здесь также корпоративные новости, ожидания увеличения стоимости удобрений и так далее. Здесь вот эту вот бумагу поддерживает. И вот если говорить про сектор химический, мы его сегодня упоминали, то же самое с Акроном. Сегодня 4, больше даже 4% рост. То есть здесь также попытки выйти из вот этой вот консолидации, которая была с начала года. То есть, по сути дела, вот во всех химических бумагах есть, чувствуется приток денег. То есть, скорее всего, они вот как раз уходят из потребительского сектора и перетекают сюда. То есть смещаются фокус инвесторов с компаний, ориентированных на внутренний рынок, на компании, ориентированные за рубеж. И вот это вот сильно заметно сейчас по рынку. Вот то, что касается акций. Давайте глянем на фьючерсы. Пока, скорее всего, мы здесь ничего интересного не найдем, но посмотреть стоит. По фьючерсу на индекс РТС все тот же диапазон, знакомый до боли. С начала года мы его наблюдаем, и пока вот внутри него происходит движение, понятное дело, что вот такая кислая ситуация, она связана с отражением динамики рубля к доллару, рубль ослабляется, и так как РТС это долларовый индекс, здесь мы видим более как бы сдержанную динамику, чем на индексе ММВБ, поэтому здесь пока достаточно бесперспективный боковик, и пока в данный момент не вижу здесь вариантов для входа в какие-то позиции, кроме внутридневных. Так, ну и давайте глянем напоследок на нефть. На нефть здесь пока ситуация развивается в позитивном ключе. Возможно, сегодня запасы нефти выйдут, как-то скорректируют эту ситуацию, но пока достаточно все выглядит хорошо. То есть нефть отбилась от уровня поддержки и, собственно, потихонечку восстанавливается. Вот и все, пожалуй, на сегодня. То есть будем смотреть, как ситуация будет развиваться дальше. До конца недели каких-то сильных изменений на рынке, скорее всего, не будет происходить. Ждем на следующей неделе заседания ФРС, и, возможно, после него будет какое-то желание у Америки скорректироваться, и, соответственно, возможно, эта ситуация повлияет на наш рынок. Так, рубль-доллар, Андрей спрашивает. Рубль-доллар мы в самом начале сегодня рассмотрели, и пока не видим вариантов. Ну, давайте еще раз взглянем на рубль-доллар. Здесь какая ситуация сейчас? То есть вообще
Лучше даже вот не так сделать, лучше сделать на спотовый график посмотреть. И там лучше будет понятно, что происходит сейчас. То есть, по сути дела, что вот сейчас, в данный момент, пара рубль-доллар подошла к абсолютному максимуму. То есть, к максимуму, так, это был май 2012 года, да? В мае 2012 года была цена вот это 34,1. И вот сейчас та же самая цена. То есть, по сути дела, сейчас пара подошла к уровню сопротивления. И если это сопротивление будет пробито, то, собственно, ничего не будет удерживать сверху, и тогда пойдет следующая волна ослабления рубля, такая импульсная волна, скорее всего, да. И вот, собственно, сейчас рынок находится именно в ожидании этого события. То есть считают, что это событие достаточно сильно вероятно. Поэтому здесь есть вариант и отбоя от этого уровня, но вот надо посмотреть, как здесь около этого сопротивления будет развиваться ситуация. Если будет пробой, то это однозначно лонги по доллару относительно рубля. Если здесь будет остановка, то, возможно, будет какая-то консолидация под этим уровнем. Посмотрим. Вот пока, честно говоря, уверенности у меня лично нет. Так, все прояснили со всеми. Всем спасибо за внимание. Напоминаю, мероприятие по обучению ближайшее. 29 января в Москве Кит-клуб. Приходите. Так, вопросы говорят. Да, может, что-то не посмотрела. Сейчас посмотрим. Так, вопрос. Магнит на недельном графике пробил долгосрочный растущий тренд. Стоит ли ждать дальнейшего снижения? Ну, на самом деле, мне кажется, что, может быть, не прямо, но я ответила на ваш вопрос. То есть, мы с вами посмотрели график индекса потребительского сектора, основным компонентом которого является магнит. То есть на этом графике хорошо видно заход в коррекцию. То есть в магнит, скорее всего, ну, совсем крест на этой бумаге я бы не стала ставить. То есть здесь, скорее всего, краткосрочно вполне возможно будет оживление. То есть на следующей неделе, 27 января, ждем отчетность по магниту за прошлый год. И, соответственно, если отчетность будет хорошая, это может вернуть на какое-то время интерес к этой бумаге, и, соответственно, там может возникнуть какое-то движение. То есть, скорее всего, краткосрочное. То есть, все-таки, ну так скажем, золотое время магнита, оно, скорее всего, прошло. То есть, такого тренда, который был на магните в прошлом году, в позапрошлом году, скорее всего, его уже не будет. То есть нужно искать какие-то другие варианты на рынке. И поэтому сейчас лучше искать, ну так скажем, какую-то свежую лошадку, да, то есть другую бумагу, которая будет способна на какое-то время показать следующий тренд. То есть магниту нужно некоторое время, чтобы отдохнуть, и нужно, чтобы ситуация с рублем, скажем, стабилизировалась. Нужно, чтобы были какие-то основания утверждать, что потребительский сектор снова готов давать стабильные прибыли и показывать хорошие темпы роста. Тогда в потребительский сектор спрос вернется, и тогда, возможно, вот эта вот ситуация с акциями потребительского сектора, она снова будет актуальна.
вот пока мне кажется, что актуальность вот этой темы, она снижается. То есть нужно уже прекращать любить магниты и искать какие-то другие варианты на рынке. Вот мне так кажется. Так, ну все на этом. Давайте будем завершать. Всем спасибо за внимание. До свидания. До завтра.